Лето близко, поэтому, несмотря на переменчивую погоду, места отдыха у воды готовят к пляжному сезону. В Ульяновске официально разрешенное место для купания – одно – центральный пляж. На месте сейчас работают специалисты городского центра по благоустройству. Начали с уборки мусора, покраски бордюров и лавочек. Сейчас уже заключаем контракт на завоз песка. 460 тонн песка будет завезено, распланировано. Вот, и заключаем контракт на вывоз твердых отходов, коммунальных отходов. Вот. Выставили 15 контейнеров, которые с крышками для удобства. Также все урны, все лавочки, все, значит, кабинки для переодевания, они будут покрашены, приведены в нормативное состояние. Также на пляже от ила чистят бассейны и проверяют их гидравлическую систему. Бассейны обещают запустить в июне, а воду менять каждую неделю. В течение лета будут следить и за песком. Каждые 2 недели брать пробы, очищать и завозить новый при необходимости. За благоустроительными работами следит глава города Александр Балдакин. В частности, он поручил провести карточный ремонт пешеходной дороги на территории городского пляжа. Каждый год, вот второй год подряд, я приезжаю посмотреть, как готовится наше муниципальное предприятие к пляжному сезону. Прошлись, посмотрели, какой готовности у нас есть небольшие недоработки, которые нужно будет завершить до 25 мая. На этой неделе водолазы займутся обследованием дна не только центрального пляжа, но и других разрешенных мест отдыха у воды. До открытия пляжного сезона будут получены санитарно-эпидемиологические заключения на купание в Волге. Параллельно для отдыхающих готовят и другие места отдыха у воды. В парке 40-летия в ЛКСМ, в поселке Борьба и Рыбацком. Летом на всех местах отдыха у воды будут дежурить спасатели. Анна Тищенко, Allpravda TV.